Я приглашаю следующего участника в студию Cyberfighting Art. Композиция под названием «Игрушки власти». Исполняют Петрова Татьяна, Нечаева Анастасия. Давным-давно, когда ситхи находились на пике могущества, появился один, возжелавший больше власти. Он и его последователи отправились в пещеру, где, по слухам, хранится артефакт, дающий владельцу неограниченную силу и власть. Однако в последний момент его коварно убивают кинжалом в спину. Сид становится неупокоенным духом, обезумевшим от власти камня. И даже спустя 300 лет он жаждет мести. 300. Уже 300 лет, проклятый склеп. А все за тебя. Да, позарился. Давно. Уж очень давно тут никого не было. Кинжал в спину, так? А я у молчаливого друга многому научился и теперь отомщу. Дайте мне только шанс. О, что я слышу? Наконец-то, игрушки пожалуй. Что, меня не видите? О, знаю. Хорошо, когда тебя не видят. Можно развлечься во ваших разумах. Да-да, это тот самый камень. Берите. Итак, время играть. Насколько крепка ваша воля? Не, пока сами, без меня. Сознание, раз до сих пор способны сражаться с его и вашей, конечно, помощью, я им всем отомщу. Что здесь происходит? О, еще одна игрушка. Волшебная. Вот же он! Так сложно было достать этот ханов кусок камня? Тут кто-то есть. Вы что творите? Что с вами произошло? Силы вас забери. Камень. Его придется уничтожить. Лапника, как вы здесь? Вы вас повели? Напротив, вы сыграли наш чекун. Должно быть. Раэль! Волшебно!
Студия Cyberfighting Art. Игрушки власти.